Вот мои первые грибочки. Того ножку оторвал от шапочки подосиновик. Только-только положил их. Такие здоровые красавцы. Проварим немножечко. Водичка еще холодная, только-только поставил на плиту. Проварим, а потом пожарим. Это мои первые грибы. Никогда не собирал их. Лучок туда кинул. Полголовки проварим немножко. Потом пожарим. Должно что-то вкусное получиться. Вот все, где-то полчасика проварили грибочки. Лук, да, вот лук беленький остался. Это еще раз говорит о том, что хорошие грибочки. Мне где-то 3 разных человека сказали, что это хороший подосиновик. Подтвердили те люди, которые разбираются в грибах. Потому что я никогда не собирал грибы. Это мой первый маленький урожай. Так, тут вилка где-то была, она исчезла. Проварились. Какие хорошенькие. Как мне объяснили, сейчас водичку слить, порезать и пожарить на сковородочке. Такой маленький, пухленький, здоровый, хороший. Водичка пахнет, конечно, хорошо. Водичку вылили, вот так вот они уже выглядят у нас. Лук беленький. Теперь боком. Грибочек горячий сильно. Так нормально. Тут уже сильно мелко ее режешь. Окей. Называется. Сколько раз я уже сказал, как он называется? Подосиновик, сам там. Уже много раз сказал. Но все равно первый урожай, интересно. Только свалили он, конечно, горячий. Лиский. Лиский уж сам ты. Все, вил. Будем испытывать мой первый урожай. Я с сыном собирали. Так бери уже пальцами их, Ира. Пальцами просто уже бери. А они уже не такие, наверное, горячие. Ну, они еще горячие. Давай я лучше тебе буду пальцами брать. Все. Горячие, видишь? Горячие, да. Ты сказала. Конечно, только сварили их. Щапочка.
сильно мелко тоже не надо резать. А ну я мелко не хочу, потому что они сильно поджарятся и превращаются в штешринг, они меньше делаются. Хай, сыночек. Марик, вот твой мой урожай, видишь? Папа на видео снимает. С Маричком собрали. Да. Этот вообще, наверное, малипуску надо один раз только отрешивать, все, хватит. Такой хороший. О, красавец, давай. Угу. Я думаю, тот второй лучок можно порезать на мелко и с грибом пожарить. That's what I'm gonna do. Это пожарить сильно, как тебе нравится. Первую порцию мы соседу дадим, а потом через час мы проверим и потом сами попробуем. Это дядя Миша шутит, конечно. Так, последненький. Ладно, надо с вилкой брать, потому что эти горячий. Маленькие. Тот маленький вообще не надо резать кусочек. Все, сейчас мы лучок. Порежет лучок? Да, порежет лучок. Тут маленький лучок. С лучком. Ничего не осталось. Все, на четверочку поставлено. И картошечка есть. Теперь я знаю, как выглядит подосиновик. Как ты пожарить все? На штате Орегона тут лесов, полей очень много разных. Есть места, говорят, очень много лисичек растет, очень много и белого гриба есть. Надо знать места. Еще думаю, поставить на больше скорость. На больше? Да, но даже прижарить. Ну, на семерку пока поставим. Закрыть, думаешь, мы... Кто его знает. Пахнет. Да, запах, конечно. Прекрасный. Лучка и эти... Маша, как будет грибал? Моя жена забыла, как грибы будут по-русски. Грибал. Грибы. С грибами. Лук с грибами. Мы живем давно уже в Америке, поэтому некоторые слова уже. Ни один американец попросил, говорит, чтобы, ну, на стройке я работал, говорит, как будет молоток. Но я давно не говорил этого слова, ну, меня по-английски спросил. Я ему говорю, ломоток. А потом думаю, что-то как-то уже, ну, молоток звучит как-то странно, ломоток. А потом день-два прошел, я как вспомнил, что не ломоток, а молоток. Этот американец, наверное, ходит среди русских и хвастается, что он знает, как молоток будет правильно сказать. Мама, дай купить папу побрать, а не твоего мальчика. Данечка, иди, это, дай этот мячик мальчику. А что, Марик, больше чего сделаешь? Так, пока мы выключим.
жарятся. Жарится. Это мы уже выключили печечку. Пожарили лучок, масло оливковое и соль гималайская желтая.